Вся наша мебель создана исходя из принципа для физического и творческого развития человека. Мы выделяем 6 базовых критериев при создании новинок. Первое – это безопасность. Прежде всего, это скругленные углы, гладкая шлифовка, устойчивость. Второе – это здоровье и сбережения. Помимо того, чтобы не навредить, важно еще и сохранить здоровье человека. Поэтому мы при создании мебели стараемся предупредить различные распространенные заболевания, такие как искривление позвоночника, плохое зрение, варикоз. Третье – это развитие. Мы всегда стараемся помочь человеку в его развитии – творческом, физическом и умственном. Четвертое – это удобство. Мы всегда стараемся делать мебель эргономичной, удобной в использовании и при сборке. При сборке мы обязательно указываем инструкции, как удобнее будет собирать, чтобы человеку было комфортно и чтобы он не повредил спину. Пятое – это доступность. Так как в России далеко не все могут позволить купить себе дорогую мебель, для нас это реально важный ориентир. Шестое – это многофункциональность. Мы всегда стараемся дать клиенту больше, чем просто предмет мебели. Например, за Сулендом можно заниматься вдвоем. Башня помощника у нас раскладывается стульчик и столик. Конторкам всегда идет в комплекте фиксатор-держатель для бумаг.